Друзья, никогда не играйте в покер с волшебниками. Даже если вы сами сдадите ему 1, 2, 3, 4, 5 карт, он все равно вас обыграет, потому что у него на руках будет 1, 2, 3, 4, 5 королей. И даже если он уберет одного короля в сторону, у него по-прежнему останется 1, 2, 3, 4, 5 королей. У него могут быть закаты на рукава. Он может отложить еще одну карту в сторону, и при этом у него по-прежнему останется 1, 2, 3, 4, 5 королей. И будет очень сложно понять, как можно откладывать карты в сторону и делать так, чтобы у тебя по-прежнему на руках оставалось 1, 2, 3, 4, 5 королей. И многим будет непонятно, откуда берутся карты, ведь 1, 2, 3, 4, 5 карт, как они могут быть все королями? Дело все в том, что у волшебника все выглядит по-другому. И если вы сами посмотрите на карты, то удивитесь еще больше, потому что там увидите 1, 2, 3, 4, 5 тузов.